Леш, я ничего не вижу в камеру. Сейчас ничего нету. Ничего ты ничего не видишь. Ну я не вижу, но темнота такая сплошная. Это наша улица Светланская. Бывшая Ленинская. Центральная улица города Владивостока. Но не у нас не помню. Вот это ГУМ мы проезжаем, да? Сейчас к площади ближе. Ты так мало их снимаешь? Вон туда снимай площадь, но. Там ничего не видишь. Да? Не видно. Там играет американский джаз. Сейчас мы его, может быть, услышим даже. Я открою, открою. О, слышите? Это американский джаз. Классный, ребят. А это люди пришли посмотреть. Мимо проходит. А это люди пришли посмотреть. Мимо проходит. Интересно. Памятник борцам. О, Океанский проспект. Выходит на Светланскую. Тоже центральная улица. Красивый такой. Правда, тут ремонт делают. Опа. Чуть-чуть стекло не разбило камеры. Вон что-то стоит на углу изумруда. Посты тут у нас. Опа. Я с разгона не могу выпрямиться. Не знаю, как будет смотреться, но мне сейчас ничего не видно. Тут я работаю недалеко, но это не важно. Вон там. Проезжаем институт торговли, проехали, кафе «Фламинго» проехали, приближаемся по Покровскому парку и университету. Да, это улица, не осталось Комарова. Вот это уже везде ремонт, 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 у нас весь город ремонтирует. О, светофорды, проехали. Вот это впереди здание красивое такое. Война, долго была война. Мы наконец заселились, люди живут. Мы сейчас поворачиваем. Да? Отдали Бездолину. Отдали, да, Бездолиным студентам, то есть преподавателям. Вот это Покровский парк. Раньше был парк культуры и отдыха. Сейчас там крест поставили, если вы видите. На нем, например, поставили крест. Видишь? Да, ну тут церквушка сейчас будет, кстати, будем проезжать. Да, сейчас будем проезжать церквушку. Вот она уже нарисовалась, да? Раньше здесь была комната смеха. Нет, комната смеха, тир был, тир. Комната смеха. Тир. Тир был. Ну, надо уточнить еще. Так, это продолжается... 25 октября. А, Партизанский проспект. Партизанский проспект, да. Здесь партизаны. Воевали, да. Годы гражданской. Ходили толпами. Демонстрировали. И партизанки. Вот опять проскочили на зеленый. Едем дальше. Подъезжаем к остановке инструментальный завод. Давай-ка заскочим, знаешь что? Давай заскочим к Женьке. Они нас... Он, Олег звал, чтобы я заехал к нему синтезатор что-то там показать. Давай. Давай. Маню посмотрим. Манюшку. Вот тут за этим зданием тюрьма припрятана. Вот так вот. Что еще интересного будет дальше? Впереди открывается.
нравится перспектива. Перспектива большой... коммунизма. Да, вот эта сопка, и ничего не видно. Классно. Так. Вот медицинский институт проезжает. Быстро не отвадил, посмотрела. Подержал. Вот медицинский институт. Вот это общаги его. Мы их тоже быстро минуем. И приближаемся к остановке Гоголя. Где проездом был Гоголь. Частевые названия Гоголь. Это старые какие-то здания, бараки. Тут еще и люди живут. Кошмар. А это вот такие здания. Тут обычно пробки после работы, когда мы едем. А сейчас ничего. А сегодня эти бутылки. Так, впереди что там красуется? Красного знамени, да? Да. Вот эти районы. А вот олени построили дом. Долгое время, пока только ноги были от них, все недоумевали. Что там за мужиков лепят? Думали, что это люди. Оказались олени. Так, теперь мы подъезжаем к Некрасовской. Это такая дыра, откуда никогда не уедешь. Я сколько раз пыталась, ни в город, ни обратно. Здесь у нас где-то Акфис. Акфис. Нет. Ты мне хочешь разбить стекло точно лобовое сюда. Мною. Вон там. О, вон там. Там моют там машины. Дра, красоту. Мойка, скорее всего. Не проскочили, да, мойка. Так. Перспектива у нас такая тут. Деревья кругом. Максим. Проезжаем к оператор Приморья. Береги, снимай план. К оператор Приморья снимаем. Машина идет очень плавно, поэтому камера куда-то дрожит, можно сказать, выпадает. А вот на этом переезде всегда пробки в связи с тем, что здесь машины ломаться любят. Сталкиваться. И такой мостик узенький. На нем не разъедешься особенно. Очень неудобное место. Трудно его обойти в городе. Дорога одна. А эта музыка у нас в машине играет. Поет Осип Кобзон. Да. Любимый наш поэт. Магазин, все так дорого, но красиво. Вот, не успели проскочить. У нас тут светофор загорелся. Сейчас мы поворачиваем на БАМ, да? А вот это люди, да? Жители города Владивостока. Вот такие очаровательные детишки, мамы, дедушки. О, фотоателье, в котором наша семья снималась. Моя, первая. Он до прилюда.
сломалась каждый год. Че, у нас город изобилие в городе импортных машин. Это было давно уже ясно, но сейчас это уже видно. Вот это мы свернули на БАМ, так называемый. БАМ. О, вот. Меня шатает. Дороги тут, наверное, еще хуже, поэтому здесь камера у меня выпрыгивает просто из рук. Тут магазин, тут люди местные питают. Тут недалеко Хрюндик живет. Билип. А сейчас мы поедем, повернем около магазина стройматериала, поедем устраиваться такой. А, вот. Вот тоже интересная штука. Тут цифра шпаяч работала. А вот дома у нас все-таки. О, хорошие. Гаражи. А там где-то Беланова живет впереди. Подружка.